Здравствуйте, в эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». Вот так как-то незаметно пролетело лето, но это не повод расстраиваться. Ведь осень – это удивительное, красочное время года, которое наверняка будет наполнено только интересными событиями. О них мы обязательно будем рассказывать, ну а начнем прямо сейчас. Хотелось бы рассказать о том, как провожали лето. Нужно отметить, что делали это некоторые весьма оригинально, а именно проверяя свою силу духа. Каким образом, расскажем в следующем сюжете. Кроссфит стремительно набирает популярность в мире спорта. Направление, развивающее выносливость, силу спортсмена, не только физическую, но и силу духа. Второй раз в городе прошли командные соревнования по кроссфиту. Единственная в своем роде полоса препятствий, позволяющая проверить не только личные данные каждого спортсмена, но командный дух и в некотором роде человеческие качества. Взаимовыручка и сплоченность играли немаловажную роль в достигнутых результатах. Мне нравится, что нас поддержало большое количество и фитнес-центра, просто людей, которые пришли посмотреть и поучаствовать, зарядились отличными эмоциями и энергией. Поэтому мне все очень понравилось, мне все очень нравится. И я вижу большие перспективы этого события. О том, какие задания подготовили организаторы, участники узнали за час до старта. Сложнее всего оказалось первой команде. Им предстояло на глазах остальных участников быстро принимать решения относительно методики преодоления препятствий. Первыми, согласно жеребьевке, пришлось выступать победителям зимней полосы – команде «Арта Джим». Бежим первые, мы как бы трассу успели пройти один раз пробную. Были бы где-нибудь вторые, хотя бы третьи, мы уже так посмотрели бы всякие нюансы. Тем, конечно, кто после нас, уже легче будет сейчас. Больше и больше будет ошибок на трассе совершаться, и команды будут эти ошибки как-то исключать. Так что первым всегда тяжелее. Команда задала очень высокий темп, и остальным участникам пришлось постараться, чтобы не снижать планку. Однако справиться так же быстро и четко сумели далеко не все. О том, насколько непросто скакать через скакалку или, например, попадать в иголку ниткой, многие участники ранее даже не подозревали. Отлично, девчонки держатся, зрители поддерживаем выступающих, давайте, подбадривайте их. Добавим адреналина, хорошего настроения, сил. У нас вся команда спортивная, все люди подготовлены, так что, я думаю, полоса препятствий нам тяжело не дастся. Здесь есть упражнение на координацию, причем на координацию всей команды одновременно. Вот это самое сложное упражнение. Силовые, у нас вся команда, еще раз повторяю, подготовленная, все смогут. А вот насчет координации придется всем постараться. От любого участника нашей команды зависит общий успех. Сила духа завершилась, судьи назвали победителей, но самым важным для всех было именно участие. Соревнования, которые позволили провести время весело и с пользой не только участникам, но и тем, кто пришел поболеть за любимые команды. Полоса препятствий в очередной раз стала подтверждением. Быть спортивным сегодня модно. 1 сентября – это первый день осени, день знаний и день, с которого начинается новый учебный год. Однако для сестер Старцевых это возможность подвести итог насыщенного лета, показать уровень своего мастерства и принять поздравления от одноклассников и учителей. А вот с чем именно их можно поздравить, расскажем в следующем материале. 1 сентября миллионы детей отправились в школы. Кто-то из них пошел туда впервые, а вот для двойняшек Вики и Ники началось обучение в 9 классе. Хотя в свои 13 лет девочки должны были бы пойти лишь в 7. Однако это не единственное их достижение. Сестры прекрасно поют, танцуют, занимаются музыкой и карате. Именно в карате девочки достигли блестящих результатов. Так, в этом году они побывали на 2 чемпионатах мира – в Ирландии и Италии. В Ирландии они стали финалистками, а вот на чемпионате мира по карате ВКС, который проходил в итальянском городе Римини, Виктория стала бронзовой призеркой по ката, а Вероника – чемпионкой мира по ката и кумите. Сначала наших ребят там заслуживали чуть, и поэтому я выходила как-то и боялась ударить.
сильно, что ли, итальянку. Первый раз я вышла к сербкой, выиграла ее. Дальше у меня был бой за второе и первое место со шведкой. Вот, я ее выиграла, и дальше ко мне подошел ее тренер и пожал мне руку. Спортивная карьера сестер началась довольно давно. В их совсем юном возрасте они уже являются обладательницами огромного количества наград. Многократные призеры и победители чемпионатов России, двухкратные чемпионки Европы, шестикратные призерки чемпионатов Европы, восьмикратные призерки чемпионата мира в Польше. Теперь сюда добавились награды из Италии. Областные и городские соревнования опустились, и мы теперь их как-то уже и не оглашаем, не называем, да, то есть на всероссийских соревнованиях тоже они участвуют достаточно часто и всегда не приезжали с победой. Первые, вторые, ну, в крайнем случае, третьи места. Вот. Поэтому на данный момент, конечно, интересны выездные соревнования, потому что там можно не только выступить, но еще что-то посмотреть. То есть это совсем другая обстановка, чем просто в России. Когда ты выступаешь у себя дома, у тебя сидят знакомые судьи, которых ты уже там миллион раз видел, которых тебе хорошо относятся, видели детей с маленького возраста. А когда мы выезжаем на Европу или на чемпионат мира, то там судьи в основном иностранные. То есть в Италии, например, было всего 5 наших судей, и они были не на наших площадках. И хотя на соревнованиях подобного международного уровня девочки уже бывали и не раз, все равно, как они нам признались, немного нервничали. Мы очень нервничали, переживали, атмосфера была дружеская, потому что вся Россия за нас болела. Несмотря на успех в спорте и не только в спорте, девочки не задаются, поддерживают добрые отношения с одноклассниками, хорошо учатся. Конечно же, мама ими безмерно гордится, а учителя поражаются их работоспособностям. В нашей 34-й школе 810 учеников на 1 сентября. Если бы хотя бы 50% было таких детей, наша школа была бы лидер всех школ города и страны. Потому что эти девочки очень организованы. Это большая заслуга мамы Вероники Александровны. Потому что девочки много талантливые. Они умеют на иностранном языке выступать, песни петь, танцевать, спортом занимаются. Они в школе душа класса, душа коллектива. Они с радостью откликаются на все и трудовые дела. Они скромны. Ну, невозможно, девочки. Я поражаюсь их работоспособностью и трудолюбием. Впереди у сестер не только новый учебный год, но и многочисленные соревнования, с которых они наверняка вновь приедут с медалями. Ну, а нам остается поздравить девчонок и пожелать им удачи. В этом году День знаний совпал с открытием сезона в Рязанском областном театре «Кукол». Накануне этого события в стенах театра прошла генеральная репетиция премьерного спектакля «Золушка». К нам на праздник прибыли Егор и Ирина. Встречаем! В Рязанском областном театре «Кукол» вновь царит сказочная атмосфера. Здесь каждый гость, большой и маленький, может почувствовать себя участником настоящего бала. На входе вас встречают королевские стражники, а потом они же обучают всех желающих полонезу, танцу, которым традиционно открывались балы. И все это только готовит гостей к восприятию настоящих чудес, которых во всеми любимой сказке «Золушка» немало. Для этого использовали и видео, и мультипликацию, и живой план, и кукол, и такие декорации объемные, полу... Ну, то есть, так красиво сделать, чтобы не наворачивать каких-то новых сюжетов, «Три орешка для Золушки» там или еще чего-то, а сделать такую чистую, красивую, очень сказку. Сюжет традиционной «Золушки», который известен абсолютно всем, ни в чем не изменили. Злая мачеха, крестная фея, хрустальные туфельки и даже мальчик, который не волшебник, а только учится. Все любимые герои сказки предстают перед зрителями. Но есть здесь и еще один новый персонаж, который рассказывает эту волшебную историю. Королева. Узнаете? Ведь это именно она в прошлом была Золушкой. Конечно, играть Золушку взрослую – это как бы двойная роль, потому что я переживаю как бы всю историю заново, и погружаюсь в свою юность, и ощущение, что вот-вот что-то случится замечательное, оно со мной на протяжении всего спектакля. Невероятные спецэффекты, декорации, куклы – все это действительно похоже на волшебство, окунуться в которое интересно будет не только детям, рассчитан спектакль на младших школьников, но и их родителям. «Золушка» открыла театральный сезон 1 сентября, но тем, кто не попал на премьеру, не стоит волноваться. Впереди еще целый год, в течение которого все желающие смогут окунуться в сказочный мир
созданные рязанскими кукольниками. Если вы думаете, что неплохо знаете родной город и область, то мы советуем обратиться вам к активистам проекта «Я вам покажу». Они вам действительно покажут совсем другую Рязань и ее окрестности с интересными маршрутами и необычными историями. Изначально это была просто группа ВКонтакте, которая объединяла людей, путешествующих по области в поисках интересных с точки зрения истории мест. Но со временем на смену, по сути, дикому туризму пришел туризм организованный, заранее составленными маршрутами и экскурсионными автобусами. Так родился проект под названием «Я вам покажу», который предлагает взглянуть на город и область по-новому. Суть проекта – мы хотим показать и рязанцам, и гостям города интересные места и города Рязани, и области, потому что у нас действительно край наш богат на достопримечательности, но значительная их часть просто недоступна в плане и дорог, в плане проезда, в плане заказа каких-то организованных экскурсий, поэтому хотелось бы к таким местам привлекать внимание, в частности, к полуразрушенным храмам, усадьбам. Это те места, которые интересны с точки зрения архитектуры и истории, и культуры, но к которым вот просто так вот нет даже проезда какого-то, да, на общественном транспорте очень сложно добираться. Мы составляем маршруты, в которые укладывались бы вот определенные места интересные, и, в общем-то, привлекаем народ. Несколько человек, которые, по сути, и являются организаторами этого проекта, объединяют в маршруты, разбросанные по городу и области достопримечательности. Один из последних, под названием «Ускользающее величие», познакомил туристов с двумя удивительными храмами – в селах Пет и Нестерово, а также с усадьбами Быкова гора и Каргашино. Сложность в том, что эти достопримечательности достаточно далеко. У нас маршрут весь занял туда-обратно 550 километров. Это сложно, конечно. Но мы нанимали автобус. В этом был большой плюс. Там нужно было самим, конечно, за рулем сидеть и переживать о качестве дорог. В проект «Я вам покажу» входят экскурсии не только по области. Молодые экскурсоводы водят рязанцев и гостей города по улочкам и переулочкам Рязани, рассказывая об истории старинных зданий, которые зачастую неизвестны даже коренным рязанцам. Кроме того, не так давно в проекте «Я вам покажу» появились экскурсии на английском языке. У меня такая идея возникла спонтанно, потому что меня как-то однажды пригласили провести экскурсию для американцев, которые приезжали в Рязань. Им очень понравилось, как я им рассказывал о достопримечательностях. Они сказали, что больше нигде такой услуги не нашли. Я как бы подумал, что это было бы интересно проводить экскурсии на английском. Интересно как людям, которые изучают язык, так и иностранцам, гостям города. И, в принципе, практика показала, что так и есть. Уже через некоторое время мы проводили экскурсию для итальянцев. Гостями подобных экскурсий становятся не только жители Рязани, но и иностранцы. Так, например, в этот раз по Рязани прогуливались гости из Бутана. Мы решили присоединиться к этому проекту, потому что нам интересно знакомиться с Россией, посещать места, подобные вашему городу, встречать новых людей и заводить новые знакомства. Тем, кто находится только в процессе изучения английского языка, не стоит беспокоиться. На экскурсии присутствуют два преподавателя, которые в случае возникновения малейших проблем обязательно помогут. Поэтому у нас присутствуют два преподавателя английского на экскурсии, чтобы по максимуму помогать всем, кто что-то не понимает. То есть, естественно, экскурсия ведется на английском, но в случае возникновения каких-то сложностей у нас, во-первых, есть раздаточный материал. То есть мы всем раздаем листы с подсказками, с опорами какими-то, на которые можно ориентироваться. И, во-вторых, мы, конечно же, оказываем помощь тем, кто что-то не понимает. Преподаватели английского уверены, что подобные формы изучения и практики в языке гораздо эффективнее обычных занятий. Уверены в этом и участники экскурсии на английском. Я думаю, что очень полезно будет попрактиковаться. У нас сегодня с нами иностранцы тоже присутствуют. Вот. И здесь не только в практике как иностранного языка, но и, может быть, что-то новенькое можно получится узнать о городе. Проект «Я вам покажу» продолжает дополняться новыми экскурсиями, которые проводятся по самым неожиданным маршрутам. Авторы проекта просто фонтанируют идеями, так что впереди нас наверняка ждет еще масса интересных и неординарных путешествий. На этом наша первая осенняя программа подошла к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи!